Петербурге скончался художник-пушкинист Энгель Насибуллин, сообщает ТАСС со ссылкой на близких покойного. Иллюстратор произведений Александра Пушкина умер в ночь на 3 июня. Ему было 86 лет. Известно, что художник почувствовал себя плохо и вызвал скорую помощь. Однако спасти его, к сожалению, не удалось. Была констатирована смерть от сердечного приступа, пояснили родные. Энгель Насибуллин родился в январе 1934 года в Башкирии. Учился в Ленинградском институте живописи, скульптуры и архитектуры имени Ильи Репина, прославился благодаря иллюстрациям книгам поэта Александра Пушкина. Работы графика проиллюстрировали изданные на почти всех языках мира книги Евгений Онегин, Борис Годунов, Михайловская лирика, Лицейская лирика, Болдинская лирика, Граф Нулин, История села Горюхина и другие.